Так, всем привет. Сейчас все начнут присоединяться. Ну что, обеденный перерыв? Кто как его проводит? Кто-то идет в спортзал, кто-то идет поесть, кто-то идет покурить, поболтать. Собственно, кто как. Всем приветик. Чего? Я лично успеваю в свой обеденный перерыв, пока у меня есть часовой перерыв, и позаниматься, и, наверное, даже поесть. Но что-то я сейчас так натренировался, что поесть уже сил нету. А, как ни странно, лично у нас в зале получается, что здесь рядышком 2 или 3 бизнес-центра есть. И ребята, кто не хочет вечером отрывать время от семьи, да и вообще терять время, приходят днем в зал, минуток на 45. Вот. Так, как делать сепарацию? Ну, это явно не ко мне. Я больше все-таки работаю с девчонками, хотя сепарацию перед соревнованиями мы делаем, по крайней мере, на ножках и ручках. Ну, собственно, не знаю, все это больше относится к диете, нежели чем к тренировкам. Так, привет с Беларуси. Ой, привет с Бишкека. А я вот присел 100 килограммов на 100 раз в трех подходе, как за 9,5 минут лег полежать и понял, что мне что-то не легче. Так, у вас тоже фамилия Шпак. Это прикольно, но не получится, детей у меня нет. Так, я похудел. Ну, конечно, я похудел. У меня белка в день выходит в лучшем случае грамм, наверное, 100. А может быть и меньше. Салмалаты, салам и вам. Тренировать девушек по мужской программе? Можно тренировать девушек по мужской программе, но будет больше тогда мужская фигура. Собственно, девушка состоит из ног и попы, а если качать с ней руки, спину, плечи, грудные, то, в общем, сиськи пропадут, плечи вырастут, ручки накачаются, спина станет треугольная, а задницы не будет. Будет какой-то такой интересный другой вариант. Хотя, если девушке нравится, значит, собственно, так и есть. Так, табак влияет на спорт? Как все говорят, да, но я знаю очень много бодибилдеров, которые курят. Вот, допустим, даже Ваня Водянов, он курит, а выглядит, собственно, очень прекрасно. Вот. Подвожу ли глаза? Нет. Так, Шпак красава, привет, друг. Так, Саня, шею качаешь? Нет, шею не качаю уже очень много лет. А на вольной борьбе она когда-то выросла, и выросла сильно. А после того перестал ее качать, появились проблемы с шеей, потому что масса стала дистрофироваться, а позвонки уже привыкли к такой нагрузке, собственно, вот. И сейчас она у меня больше качается, наверное, на арме, на становой и на приседе. Так, привет из Казахстана. Как спалить жир на животе? Никак. Жир горит тотально, локально в одном месте он не горит. Соответственно, больше заниматься кардионагрузками и скорректировать еду. Как вы относитесь к Елене Санжаровской? Никак, я не знаю. Алкоголь раз в неделю можно? Алкоголь можно и два раза в неделю, и три раза в неделю. Вопрос, что за алкоголь вы принимаете? Если вы пиваете там 20-30 граммов коньяка там, или водки вечером, ну, это, наверное, не такая страшная проблема, как бы вы меня не захейтили. Если вы пьете вино или шампанское по бокалу за ужином хоть каждый день, тоже не проблема. Но если вы не можете на этом остановиться, вот тогда есть проблема. Жена, да, гей, нет, пару литров пива много. Дополнительно над предплечьями работаю? Нет, дополнительно над предплечьями не работаю, но никогда не пользуюсь лямками, тягами, в общем, ничем. Стараюсь всегда тянуть прямым хватом, не пользуюсь замком, то есть я тяну просто обычно с силой пальцев. Собственно, вот так вот. Так, как сделать зубчатые? Я не буду, сейчас будет слишком долго отвечать. Можно написать мне в личку, в директ, собственно, да. Что с зубами? А что с зубами? С ними все в порядке. Почему лямки плохо? Да, лямки неплохо, если вы бодибилдер и любите прокачивать, собственно, массу, и вас не интересуют ни силовые показатели, ни что, а только форма, тогда лямки, наверное, нормально. Но, собственно, без лямок потом вам будет трудно делать практически все, потому что на сжатии пальцев даже иначе работает трапеция. Собственно, это показывает личный опыт. Вот. Да, спасибо, буду заниматься кардио и дальше. Всегда пожалуйста. Так, Саша, можно я приватно пишу? Была травма опять? Да, можно писать. Резкая боль в затылке при нагрузке была у тебя? Если более резкая, то вообще стоит вопрос, из-за чего она идет. То есть это вам зажимает где-то нервное окончание, подзажимает, либо это спазм сосудов. И то, и другое нехорошо, поэтому лучше идти к остеопату. Хотя остеопат вас сначала отправит, наверное, на МРТ. Хотя, может быть, действительно, может все оказаться гораздо проще, просто подвывив какой-то. Так, ты на таблетках качаешься? А какая вам разница? Зачем я крашусь? Я не крашусь. Так, ура, с днем связи, разница во времени, перед Владивостока. Да, разница во времени огромная, спасибо. Так, влияет спортпит на мышление, на развитие, на ум?
Пурпит – это такая же обычная еда, как все остальное, просто в пакетиках, в сухом варианте, грубо говоря, сублимированная пища, как для космонавтов. Ни больше, ни меньше, не надо к ней иначе относиться. В Эгее нет. Причем в коленях как будто лопаются пузыри. Нормальный вопрос задали, первый раз слышу такое сравнение. Если болезненных ощущений нет, то нет. Если там что-то другое, то попытайтесь другую аналогию дать, потому что мне трудно понять. С Прыгуновым общаешься? Нет. Привет с Мордовии и Мордовии привет. Так, зачем выщипал брови? Я их не просто выщипал, я их выжег лазером, потому что там была старая татуировка. Для того, чтобы сделать новую татуировку. Силовая повторка для рук. Не очень правильно, наверное, прочитал сообщение. Силовая для рук, так же, как и для всего другого, других частей тела, она имеет свою правду. Соответственно, я тоже иногда выхожу там на стоточку или на 110, просто на 2-3 повторения, чтобы это было. Но это крайне редко, может быть, раз в 5-6 недель. Так, Саш, вопрос. Присед надо делать в полную амплитуду или можно нет? На моем канале на YouTube смотрите все по этому поводу. Если вы занимаетесь пауэрлифтингом, значит, надо заниматься по правилам пауэрлифтинга. Хотя я думаю, что если на вас посмотрит тяжелый атлет, скажет, что у вас тоже недосед, потому что, по мнению тяжелого атлета, присед – это присед, задница реально в пол. А у пауэрлифтеров это все-таки, когда квадрицепс находится ниже параллели. Вот, соответственно, по бодибилдерским нормативам, если они хоть какие-то есть, то это вообще все равно. Главное, чтобы шел памп. Лично я приседаю в параллель. Собственно, ну и вы так и так видели. Зачем крашу глаза? Не крашу, вашу мать. Сколько можно уже повторять. Так. Днем хочется поспать. Почему? Не знаю. Вот реально хочется поспать. Если вы из Санкт-Петербурга, могу объяснить. А если из другого местности, то вряд ли. На самом деле, сон – это снятие усталости. Причем усталость физическая гораздо реже. Это, как правило, психологическая усталость. Где Иришка? На работе. Я уже отвечал про резкую боль в затылке. Смотрите, в самом начале трансляции. Вы первый раз задали вопросы, я на него точно ответил. Так, смотрю твой YouTube. Глюкозамин, хондроитин пить можно, нужно, нужно. Мастер тебя ревнует? Нет, я не даю поводов. Можно ли жареного кролика на обед? На самом деле мясо кролика практически не впитывает масло. Соответственно, его даже можно обжаривать в сливочном масле, а после этого тушить его на водичке, либо с легким винным соусом, либо даже с вином, с луком. Получается вполне шикарно. Так, привет из Уренгоя, когда на татуировке будут? Когда будут прохладнее, наверное, тогда и будет. Так. Я тут читаю от разных оппонентов, почему накрашены глаза. Люди, я не знаю, либо вы все новенькие, либо глухие, либо я не хочу вас даже обязать. Смотрите, видите палец? И смотрите. Это палец. Это глаз. Видите, да, я глазик? Тру-тру. Что вы видите? Сука, ничего не видите. Поэтому идите в YouTube. Там написано, почему у меня такие глаза. Так, и почему такие же клыки? И зачем я сделал губы? И будут ли у нас дети? И прочую хренотень, все вопросы там. Так, когда я поправляюсь, у меня это отражается на ногах. Что надо делать? Надо двигать задницей, без обид, просто нужно двигаться. Люди в современном мире практически не двигаются. Причем некоторые ходят в зал и почему-то считают, что реально что-то должно поменяться. То есть вы приходите, проводите час в зале 3 раза в неделю и считаете, что 3 часа в неделю вам изменит что-то с фигурой. Глобально нет, надо поменять практически весь образ жизни, то есть больше двигаться. Выходить вечером гулять или не лениться, днем, соответственно, есть всегда промежуток, в тот же самый обеденный перерыв, если нету зала, спокойненько пойти повыпадать, поприседать, собственно, уже будет вполне определенный результат. Так, привет, чемпион, спасибо, гей, что за урод, ну, бывает всякое. О, малинка Мася, поцелуйчики, передам. Одни и те же вопросы, да, реально тоже, оно меня уже даже не бесит, оно больше, походу, бесит вас. Вот. Почему брови не сделал? Потому что им еще не время. Надо дожечь татуировку, после этого будут новые брови. Ногти что накрашены? Кстати, люди, которые все время пишут про ногти, во-первых, пишут слово «ногти» неправильно, ну, видимо, в школе не доучились. А во-вторых, все время пишут «чё». Слово «чё» не существует. Задавайте вопрос правильно, возможно, отвечу. О, ногти накрашены зачем? Отлично, правильно написанный вопрос, благодарю вас. Потому что мои маски тоже так накрашены, и мне нравится цветной. Вот. Планирую бить тату? Планирую. Так, слышал, что перчатки ослабляют хват, ваше мнение. А, Сашка. Саша, можно было уже и на «ты» писать как-то. Перчатки
действительно могут ослаблять хват, зачастую это больше связано с тем, как пошиты данные перчатки. Ведь когда-то, много лет назад, я занимался тоже в перчатках, и вот сам вот этот вот стык по центру у подушечек, даже над подушечками, он реально мешает. Но если перчатки очень неплохо сделаны и конкретно правильно облегают, то, соответственно, неплохо. Второй вариант, что у перчаток очень сильно мешают сами вот эти вот места, которые закатываются на пальчиках. Вот. Так что есть такая тема, потому что может быть неудобно тут, там, сям, и тогда будет проблема. Вот. Это маска? Нет, не маска. Какой у меня YouTube? Саша Шпак. Забиваете и сразу вылетаете на мой большой канал. Не забудьте забрать приветик из Владивостока. Я помню, честное слово помню, просто в эти выходные у нас была годовщина свадьбы. Мы с Маськой праздновали. С субботы на воскресенье, мы были не в кондиции. В эти выходные мы уезжаем в Москву. В будний день мы туда не поедем. А вот на следующие выходные я постараюсь это сделать. Я только не обижайтесь, лучше мне еще раз напишите об этом, наверное, в следующий четверг и пятницу. Вот. И выходные мы постараемся это сделать, потому что я так понял, что тетя ваша живет здесь. Вот. Спасибо огромное. Так. Зачем я такой? Мне так нравится. Как найти в Ютубе еще раз? Саша Шпак. Вы забиваете, и все получается. Саш, слушаешься? Нет, я не качаюсь, я не сушусь. Просто я полностью забил на еду. Что за тачка? Ауди. Че по-китайски? Попа. Будем знать. У вас есть дети? Нет. Прическу поменять не хочешь? Да мне удобно. Маска с утра завязала, я, собственно, так и сплю с утра, перевязали, и все, и будет все хорошо. Участвую я в гей-параде? Нет, поэтому ваше предложение не принимается. Ты хочешь быть как кошка? Нет, я не хочу быть как кошка, вы издеваетесь? Так, чем занимаюсь? С вами болтаю. Зачем поеду в Москву? В Москве у нас ждут друзья, с которыми мы будем встречаться, у которых мы будем жить. А заодно мы будем, наверное, встречаться с подписчиками, потому что первую часть 2-3 проведем в кафешке. Посему поэтому Маська сегодня должна узнать, в какой кафе мы будем встречаться, и, соответственно, мы сообщим об этом в следующем перископе. Сколько лет мы женаты? Много. Когда опять в Тае, не знаю, планируем на Новый год, но еще раз думаю, может быть, уже даже и Мексика будет. Так, взяли новую машинку? Взяли. Зачем такие губы? Чтобы борщ хлебать было удобнее. Вы работаете? Конечно, работаю. Сейчас вот маленький обеденный перерыв. Если бы не было бы обеденного перерыва, наверное, я бы и не работал. Так. Как погода? Как погода? Как-то вот так вот погода у нас в Санкт-Петербурге, как всегда. Вроде дождика нету, но солнца тоже нету. Какое тату следующее? Да никакое. Надо доделывать грудь и, собственно, кое-что обновлять по всему остальному. Так. Интернет-герои, которых очень много. Позорится постоянно. О, все, вроде нормально. В Москве жара? Пипец. А в Санкт-Петербурге нет. В Петербурге, что-то, по-моему, градусов 17 сейчас. Гоу к нам в фильм сниматься? Интересно. Пишите в директ. Это уже все Маська будет рассматривать. Это она у меня. Пиар-менеджер. В Макдаке обедал? В Макдак заезжаем крайне редко. Наверное, может быть, раз в месяц-полтора. Саня, ты меня сегодня с вами грибами. Рассказываем про супчик и брынзу. Это вы, наверное, про это, да? Про Инстаграм. Есть такое. Мы тоже очень хотим за грибами. В следующие выходные, может быть, попробуем с ними, за ними сгонять. Так. Накачаны ли у меня губы? Нет, я...